аквариумный компрессор Тритон Уваку 201. Ну, такой вот маленький клубик, чуть больше спичечного коробка. В передней части есть место для подключения шланга. Вот. Ну, для самых маленьких аквариумов объемом от 9, наверное, до 20 литров, не больше. Объем перекачки литров 20-25 в час. Вот. Производителям вообще ничего не заявлено. Компрессор должен располагаться выше уровня воды в аквариуме. Если такой возможности нет, то необходимо применять обратный клапан для предотвращения утекания воды из аквариума. Энергопотребление 1,2 ватта. То есть за 60 часов работы этот компрессор съест столько электроэнергии, сколько 60-ваттная лампочка за час.